Фестиваль активного спорта под открытым небом, предложение руки и сердца, чествование молодоженов, встреча со знаменитыми Хрюшей, Степашкой и Каркушей, обучающие фильмы в 3D и многое другое. В первые дни зимы кинотеатр «Родина» отмечает второй день рождения и подводит итоги работы. Моя коллега Ирина Шашкова заглянула в прошлое и вспомнила события, которые подарил курянам центр досуга с очень патриотичным названием. 2013-й не скупился на красочные события преданных зрителей и гостей. В День всех влюбленных центр досуга посетила пара молодоженов. В подарок семья получила фильм «Ромео плюс Джульетта». Вместе с родиной куряне не спали ночами, их проводили в кино. Каждый раз более 200 зрителей получали порцию из 3 фильмов. Летом здесь стартовал еще один проект. Теперь фильмы в 3D – это еще и возможность интересно провести школьный урок. Я сюда ходила уже много раз, и мне нравится здесь большой зал и экран, потому что он большой и уютный. Здесь большой очень экран и много мест. Мне понравился мультик. Он называется «Индюки назад в будущее». Летом площадь перед центром досуга превращалась в экстрим-площадку и танцевальный паркет. Open-air-фестиваль объединил активную молодежь всего города. Здесь народная артистка Лариса Лужина и актер Иван Кокорин встречались со зрителями на фестивалях «Сталкер» и «Огненная дуга». Самые яркие события запечатлены на фотобаннере 2 года после реконструкции. Успешность работы «Родины» можно измерить в том числе и в зрителях. За 2 года их было больше 10 тысяч. И каждый день эта цифра увеличивается. Ну что ж, сегодня еще плюс один. Шоу-программы и спортивные фестивали, фотовыставки и живая музыка, именитые гости и, конечно же, фильмы. Были даже моменты, когда перед показом фильмов в ночь кино две пары за этот год были, которые парни предлагали, делали предложение руки и сердца своим девушкам. Родина – это родина. Она другой не может быть. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал «Сейм».